Нынешний внутриполитический кризис в Армении нельзя сводить только к войне в Карабахе. Это кризис институциональный и стратегический. Об этом, как передает канал 13 в ходе видеомоста Ереван-Москва, заявил российский политолог, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Маркедонов. Многие сюжеты внутриполитической ситуации в Армении существовали и раньше, то есть они не обязательно спровоцированы последней войной в Нагорном Карабахе. Один из долгоиграющих сюжетов, например, конституционная реформа, которая замышлялась при Серже Саргсяне, реализовывалась при Пашиняне, и очень многие нормы, которые казались неработающими, сейчас открылись, отметил он. Россия, по его словам, с интересом и вниманием следит за тем, что происходит в Армении, понимая, что Армения важный партнер и союзник, но при этом понимая, что Москва не должна непосредственно вмешиваться во внутренние дела или поддерживать кого-то. Кто бы ни был руководителем страны, Москва будет с ним работать, потому что есть стратегические отношения, отметил Маркедонов, добавив, что очевидно, что чем дольше сохраняется этот внутриполитический кризис, тем больше сомнений, что армянская власть способна реально контролировать ситуацию, способна стратегически мыслить и выполнять какие-то договоренности. Всегда эти сомнения будут, а если даже они будут не столько ярко выражены, то найдется тот, кто их обострит, причем опять-таки в ущерб армяно-российским отношениям. Поэтому наиважнейший сегодня вопрос – это найти какой-то компромисс, так как ни власть, ни оппозиция не представляют полного мнения. Армянский народ должен найти какую-то компромиссную фигуру, не доводить ситуацию до точки кипения, до революции и хаоса, чем всегда найдутся желающие воспользоваться, сказал Маркедонов. Что касается процесса разблокировки транспортных коммуникаций в регионе, то, как считает Маркедонов, он, конечно, связан с Евразийским экономическим союзом, но имеет свою собственную нагрузку. Москва пытается, в отличие от многих других игроков, помимо завершения военных действий, помимо перемирия, предложить какую-то конструктивную программу, как наполнить урегулирование конфликта чем-то. И разблокирование транспортных коммуникаций – содержательная сторона урегулирования этого давнего конфликта, подчеркнул российский политолог.